Если у вас есть 4 свободных праздничных дня в конце июня, привлекает ли вас возможность использовать их по максимуму? Не только отдохнуть, но еще использовать их с пользой для тела и дела. С вами Елена Литвиненко, тренер по ораторскому мастерству, развитию речи и речевого голоса. Я приглашаю вас на тренинг в городе Бердянске на Азовском море. Преврати голос в инструмент своего успеха. Хороший морской воздух, морская вода – все это способствует активизации наших голосоречевых органов. И, конечно же, такой тренинг будет вдвойне более эффективным, поэтому приглашаю вас, приезжайте и получите не только удовольствие и отдых, но и замечательные техники и упражнения, которые настроят ваш голос. Вы узнаете, как его изменять и как выработать те самые навыки, которые сделают его уверенным и убеждающим. Помимо работы с голосом, подразумевается еще и ежедневные видеоинтервью, именно для того, чтобы избавить вас от страха видеокамеры и публичных выступлений. А поскольку все это будет проходить в группе, то вот эта групповая фасилитация, она пойдет вам на пользу. Она еще усилит эффект. Подумайте, насколько важен для вас голос, насколько он важен для вашего имиджа и экспертности, насколько он важен для ваших отношений, для карьеры, для бизнеса. Сегодня ораторское мастерство нужно буквально-таки во всех областях нашей деятельности. Поэтому используйте хороший момент, отдохните и проведите время с пользой для тела и дела. До встречи на нашем выездном тренинге. Буду рада с вами пообщаться и буду рада приложить, как говорится, руку к трансформации вашего голоса и речи.